Митяй, по-моему, мышку поймал. Ай. Ай, какой маленький. Ну что, потерял? Или крот это? Крот. Ай. Пойдем курить закрывать. Вон чаечка. Ой, не видно, жалко. Не успею я добежать. Две чаечки прилетели уже. Скоро, наверное, гуси прилетят. Это у них промежуточное. Ладно, все, пока. В подполе у нас влажно, но это не смертельно. Картошечки. Доставай так, чтобы картошечку сварить, да? И на супчик, чтобы было. Давай. Вот. Сегодня надо готовить суп. Ну, ложи ее туда, я выброшу. Того, наверное. Ух, какая. Вот драники бы сделать. Ух. Там одной картошки это и хватит на суп. Я тоже так думаю. Ну, хватит. О, порядок. Так что... Уже, наверное, можно открыть и эти. Кого? Да? Кого? Душники эти. Да рано еще морозится. Да, морозится. У нас там в подполе сорвало шланг с водопровода летнего. Вот теперь надо разбирать эту шипеньку. Надо. Я уже так старался, делал, теперь все надо разбирать. Теперь все разбирать. Надо сделать все как надо.
Вот ребята приедут, пускай сделают. Надо посмотреть еще, что там делать. Трубу там надо, эту пластиковую. А шланг убрать, что там, обычный шланг стоит. Ну да. Сейчас вот мы попробовали включить воду, открыть на улице. Вот. А вода, шланг там сорванный. И вода просто хлещет в подпол. Все как хлещет? На всю, да. У нас здесь на терраске стоит вот такой вот большой мешок мы ставим и туда собираем весь мусор такой вот, который громоздкий. А потом вывозим его в ветлицу на помойку. Вот так. Ну что, Лёшек, все надо разбирать, да? А тут у тебя накручено. Ну ладно, разбирай. Разбирай. В общем, я туда не пройду и ничего не вижу. А вон, все вот так. Что надо, Лёшек? Мне тебе надо помочь? Ничего, ничего. Ничего, ничего? Ничего, не надо. Сейчас я... Может, просто пластиковую трубу вывести отсюда? Не металлическую, а пластиковую. Лёшек, ты еще ничего не сделал? Все, понял. Здесь у нас за зиму закидалось. Температура у нас здесь такая же, как и на улице зимой. Поэтому мы ничего не... Даже не убирается здесь зимой, потому что не помыть. Ну, так слегка подметаю и все. Шланг выбило. Там в трубе, наверное, вода замерзла, ага. Да? Ну да. Слишком низко. Стока нет. Вода остается там в трубе и замерзает. В общем, как-то так. Вот подвалила работа тебе, да, Лёшек? Ну не говори. Да. Не думал и не гадал. Ой. Надо. А это что за лента, Лёшек? Да, это для резьбы. А, это для резьбы? А там же не резьба. Или все равно пускай будут, да? На всякий случай. Стараюсь. Ну ладно, делай, Лёшек. Ну что? Не идет, замерзший труба. Ну, значит, сейчас опять эту сорвет. Надо закрывать. Выключать. Надо закрывать. Да?
Ну что ж, пускай размораживается. Оставь пока, может, открыто. Она так быстрее разморозится. Думаешь? Конечно. Там же холодно в подполе, и воздух туда не поступает теплый. Ну ладно, хорошо. Как скажешь. Все на место? Ну да. Эх, беда. Да, ну, беда. Это разве беда? Может, сейчас фен взять для фена, пройтись по трубе. Ну, смотри. И когда она еще растопится? Возьми. Попробую. Надо все на зиму отрубать шланг. Да? Ну, не знаю. Каждую весну такая вот ерундень с этим шлангом. Холодно зимой. Да-да. Если бы вода бы, если бы он вот так был под наклоном, вода бы стекла. Она там осталась, потому что он не под наклоном уже шланг. Ну да. Они как-то его под наклоном и сделаешь. Тогда ведро не поставишь. Ладно, уже как есть. Что ж. Можно было бы, конечно, все делается, все можно сделать, но это не для нас. Ты да. Здесь наклон не сделаешь. Никак.